Всем привет, меня зовут Скрэйч, и сегодня мы с Ласочкой будем смотреть на ваши видосики. Да, привет. В общем, вы нам в Телеграм скидывали очень много видосиков, которые мы сегодня заценим, сделаем на них реакцию, так скажем. Так что давайте начинать. Да. Так, первый видосик какой-то новогодний. Я тебя так спрятал, короче, эпично. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Молодая сила немерена, дайте-ка. Не пой, пожалуйста. Так, ну, короче. Я вот тоже думаю, не пой, пожалуйста. Не понял. Ну, короче, мы с Ричи тут сидим, он стоит, я сижу, а Фласка что-то тут высовывается и такая. Чё сидите-то? Чё сидите? Не сидите. И петь начинаю. Ой, понятно. Так пою я, выходит, или все? Ну, а кто? Смотри, вот, ты поешь. Типа, я говорю. Давайте посмотрим следующий видосик. Спасибо за актив. Впереди стена. Позади погоня, но не станем мы сдаваться все равно. Что-то срочно надо выдумать. Ничего не понял. Чтобы победить, им прийти домой. Мне что-то кажется, знаешь, это вот это вот перед началом мультика, вот это вот вставочки, типа они там побеждают зло. Как море переплыть, как... О, вставочки из Майнкрафта. Я же говорю, это вставочки, которые вначале в мультики вставляют. Вот это как это называется? Интро. Да. Что, погоди, в мультиках это называется интро? Ну, конечно. Заставка обычная. А что такое опенинг? А, опенинг это в аниме. А это тоже аниме. Ну, ладно. Фласка говорит, что я ей сегодня снился. А может быть и не тебе. Тут написано Фласка и Скрэйч. А ты только что прочитал. Не-не-не, я это видел. Посмотрим, что у нас здесь. Что за сон? Гуляли. Погоди, так там же на фоне вроде бы не ты. Но я понял. В принципе, на неплохо. То есть. Это очередной шип. Знаешь, я так поняла, что всем нравится шиперить кого-то с кем-то. Ребята, что-то вы все шиперы какие-то. Вот мы замечаем, шипите. И шиперите, я на уже дед. На кого шипят они? Не знаю, на кого шипят. Переходим к следующему видосику. Фласка и Скрэйч, который не дал печеньки Фласке. Я обычно с Флашкой делюсь всем, да и со всеми делюсь всем, так что ничего не знаю. Давайте смотреть. Вот это поворот. За то, что ты мне не дал печенюхи, я тебя подорвала, понял? Осуждаю такое поведение, подрывать за то, что не дал печенюхи. Ну ты серьезно? А ты, кстати, заметил, у меня штанишки не мои, и на футболочке кнопочка Ютуба. Блин, кстати, прикольно. А у меня... Плащ. У меня плащ, откуда у меня плащ? А все остальное, в принципе, как и в оригинале. Да, даже лисичка по центру, по факту. Так, ну что, следующий видосик. Видосик называется «Я живой». Ну, за что? Знаешь, что мне интересно, почему на фоне Акаки... Да-да, трясется. Стоит, трясется там на заднем плане. Ну, видимо, так и должно быть. Нет, мне кажется, он завидует тому, что я всех шлепнула, а его не шлепнула. Нет, мне кажется, он стоит и такой, типа, давай шлепни, убей их. Нет, почему он плачет? Нет, он это слезы радости, ну тут видно же. Тут слезы несчастья, потому что он тоже хочет... Смотри на расположение бровей. Такие брови не могут быть, когда человек злой или расстроен. Ребят, напишите в комментариях, он счастлив или разочарован, мы не понимаем. Пусть автор напишет, счастлив автор. Он или разочарован. Автор, если ты смотришь это, напиши. А следующий видосик, Скрэйч и Фласка. А почему здесь Ричи и Фласка? Не понял? Значит, ты потом там будешь. Логично, смотрим. Ты орешь, Скрэйч, Ричи в шоке. Ты мне ответил. Ой, господи. Я иду. Ребята, в жизни происходит примерно точно так же. Тупо мы в реальной жизни. Либо мне скучно, либо Фласке скучно, и мы орем «Скучно!» и ходим к друг другу в гости. Да. Здесь мы с Фласочкой стоим, значит, я в кепке, в модной, молодежной, в кепке. В маке такие же кепочки. Какой мак? Был, короче, видосик, я очень любила всех наряжать в костюм горничной. То есть у меня в костюме горничной был кто? Ричи, Акаки, ты не помню, возможно. Возможно, кстати, был в девчачьем майне, если я не ошибаюсь. И вот тут. Я тебя удивлю. Когда вы смотрите эту реакцию, у меня уже вышел ролик, где я открывал заблокированный инвентарь, и у меня там было одно из заданий переодеться в костюм горничной.
Ну, в общем, танцуем под костюмы, в костюмах горничных. Под костюмы. Под костюмы, в костюмах горничных. Видосик называется «Черная хрень». В ролях Фласка, Берг, Раменский и Скрэч. Берг. Берг. У Фласки тоже было дело. А, это про штучку на лице. Да, про вот эту вот черную штучку на лице. Кстати, если вы смотрели вот этот вот ролик, где у Фласки черная вот эта штука на лице появилась, то пишите в комментариях, чем все закончилось. Ты, кстати, заметила, какие топовые у меня очки? Знаешь, как у кого? Как у кого? Как у Толика. Рюмка. А еще у тебя один рог фиолетовый, другой какой-то зелено-желтый. Это потому что какой-то эффект наложили. Да, какой-то эффект наложили, отцветокорировали. Фласка, штурман. Булодочку готова. Подожди, Фласка. Ладно, давай жду, куда плывем? Плывем в пустыню. Я на самом деле обожаю такие видосики. Так я тоже их обожаю. Очень классно, когда вы берете какие-то наши фразочки из роликов и вставляете их в видос. Это прямо выглядит очень классно. Обожаю, обожаю такие видосики. Кидайте, кидайте всюду в телеграме и делайте. Делайте новые. Так, что у нас здесь происходит? Мы с что-то я на Фласку ругаюсь здесь. За чё? За чё? А Рич стоит, плачет. Ты же маленькая собака, ты почему больших собак обижаешь? Что ты мне тут улыбаешься? Не улыбайся, я на тебя обиделась. Улыбается она мне тут сидит. Собачка, которая там сидела. Мне кажется, ты обидела Ричи. Я говорю, зачем ты на больших собак? Ты же маленькая собака. Знаешь, Ричи тоже собака. Мы две собаки, а ты типа хозяин наш, возможно. В общем, я обидела Ричи. И меня отчитывает Скретчик. Зачем ты это делаешь? Ай-яй-яй, нельзя обижать Ричи. Ну зачем? Посмотри на него, он там стоит. У него слезы текут. И синяк, смотри. А у тебя что за тапок в руке вообще? Так я этим тапком, вон, по глазу ему дала, видишь, синяк? Чисто тапок в глаз впечатала. Так он потом повязку надел на этот глаз. Так просто было. Знаешь, вот есть поговорка: вилкой в глаз, либо. В общем, понятно, понятно. Кстати, да, и что я тебе скажу? Опять видосик с вот этой черной штуковиной на глазу. У Никиты тоже. А здесь наоборот, ты поняла? Нет. В прошлый раз было типа, у Фласки тоже вот эта вот штука, и Берг стоял с ней, и потом тебя показали. А здесь наоборот. Хочешь сказать, ты один и тот же автор решил переделать? Не знаю. Нет, ну рисовки разные, это, по-моему, разные авторы. Но на самом деле приколюшно. Вот я что-то хотела сказать, а ты меня сбил. Я хотела сказать, что Берга изобразили очень, ну ничего так не нравится. А. Знаете, прям смотрите и понимаете, ну мужчина огонь, ну ты посмотри. Ты, а на меня посмотри. Я спрятался за какими-то рогатками. А, это рука моя. Ты чё? Не, ну посмотри, я как будто держу какую-то либо кость собачью, либо рогатку. Да это ты кость собачья, я изначально поняла, что это твои ручки. Ты глянь, не у всех у нас рогатки. По факту. Так, давай с тобой будем пытаться разобраться, кто есть кто. Вот это по-любому я. Самый справа, который что-то там этот затерялся где-то. Ага, где-то затерялся. Вот он справа, это я. Вот это ты. Я Ричи, кто-то из этих. И Акаки, наверное. А, в маске, в натуре. Это, походу, Акаки, а вот это Ричи, да? Ну, maybe. А кто еще у нас... Опа, а здесь уже Райм, Градус, это утенок, у нас утка, Руня, вот это Руня, а вот это кто справа? Вазочка, это, наверное, он. Стоим, значит, я, Фласка, Ричи и кто это, Акаки, 100% Акаки. Ну, по всей видимости, да. Что-то мне это напоминает. Угу. Я уже как будто с фингалом стою, но нет, это... Почему нарисовали как фингал? У меня просто фиолетовый глаз. Мне что-то кажется, это фингал уже. Ну ты глянь, второй-то у тебя маленький глаз. Ну да, я говорю, нарисовали как фингал, причем что это второй глаз просто фиолетовый. Не как фингал, у тебя фингал. А этот угорает, смотри, ему смешно. Нет, мне кажется, ему все-таки обидно то, что я этих бью, а не тех. Вот мне обидно, видишь, мой рот какой обидчивый, а у него... А у него безысходность на лице читается. Возможно, все может быть. Почему тебя зовут Кинен? Мне кажется, это просто Ники. Хотя бы почему-то демон-демон. Есть люди, которые несут тьму, мрак и хаос. А есть люди, которые несут добро и справедливость. О, это мы с Тумычем. Я и Тумыч, смотрите, как два брата-акробата. Только... А я подумала, это Минато из Наруто. И есть я несу...
Что ты там несешь, не понял? Ну слушай, кстати, по факту, тупо я по жизни. Вот постоянно что-то непонятное говорю. Есть такое, иногда что-нибудь начнет рассказывать, и вообще ни одного слова не понять, что он там говорит. Понять. Давай мы с тобой будем угадывать. Он не любит троллить друзей. Кто не любит троллить друзей? Ты? А что написано? Название — это все ложь. А, значит, это ложь. Кто, наоборот, любит троллить друзей? Каждый второй майнкрафтер, когда называет затроллил друга. Так. Он не любит троллить друзей. Это фиксай. Так, он не любит своих подписчиков, то есть наоборот любит. Кто это может быть? Я не знаю, это можно про каждого второго сказать. Да, я люблю своих подписчиков, Ласка любит. Эдисон? А-а-а. Он не любит морковь, она не любит динамит. А что это нас вдвоем, а не по отдельности? Мы везде в комплекте идем, я не понимаю. Чисто укомплектованные, так скажем. Ну, кто любит морковь? Ну, Скрэйч любит морковь, обожает. А кто любит динамит? Укомплектованный, я не про это, я про то, что мы всегда с тобой идем в наборе. Вот знаешь, как два носка. Носок один ты не купишь. Так вот и нас покупают, то покупают вместе. Но я имею в виду, если ты видосик зовет, то мы как пара носков с тобой. И сейчас, сидим на стриме. Посмотри, я побритый, молодой. Ну, ты тут выглядишь очень хорошо, потому что качество такое вот, размытое. Спасибо. То есть я только с размытым качеством хорошо вижу, да? Да. О, выгляжу. Да. А сейчас, как выглядит Скрэйч? Сейчас мою фотку, что ли, сюда? Как выглядит Скрэйч? Как я его вижу. То есть тебя видят брутальнее. Знаешь, что вот эта вот сережка у тебя в ухе с крестиком напоминает мне каких-нибудь кей-поп мальчиков. А чё у меня хвост там какой-то в форме дьявольского? Я типа как дьявол частично какой-то. Дьяволёнок. И у тебя тоже крутые очки, как у Григория Лепса. Как выглядит Фласка? Как я ее вижу? Я чертен. Честно, я похожа на какого-то эльфа. Ну да, у меня уши, смотри, какие. Эльф чертила чисто. Я похожа на... Знаешь, вот есть игра, и там есть светлые эльфы и темные эльфы. Вот я темный эльф. За Орду. За Альянс. Нет, ты именно за Орду. Туда, за Орду. А Альянс мне нравился больше. Как выглядит Акакий? Ну, просто выглядит как Акакий. Но его видят... Как школьника-пирата одноглазого. Что-то видят его не очень хорошо. Ну, допустим, так, как выглядит Ричи? Чисто уборщик чей-то, да? Может, он уборщик на корабле каком-то, он же пират. Понял? А его видят как солдата с цветочками и шрамом. Это этот, брат Симба. Симба, отец его. И у него брат. Он что, в камуфляже ходил? Да нет, ну этот шрам у него на глазу. А ведь 2 года назад были... Саторик. А, сейчас заплачу. Это знаешь, мне кажется, вот эта вот часть должна была у тебя на канале быть. Мне кажется, да. Джули. Ничего себе, модно выглядит. Ну, я не Ада. Знаю. Ада. Ада. Ада, это Ричи. Ричи, точно. Да. Его же звали Ада, Ричи раньше звали Ада, капец. Да, ну и ник у него, конечно, был стрёмный, если честно, если так подумать, когда спустя много лет ты такой, Ада. Ну, такое себе. Концовка такая грустная же, я даже не знаю, что с этими людьми, где они просто пропали, у них нету каналов. Короче, ребятушки, надеюсь, вам понравилась реакция на видосики подписчиков. Если вы хотите больше подобных реакций, обязательно переходите, подписывайтесь на наш телеграм и отправляйте видосики везде в комментариях, где есть мы с Флаской, и мы обязательно отреагируем на них, заценим, и все будет супер-пупер. С вами были Флашка и Скрэйч. Всем удачи, пока-пока. Пока-пока.